Всем привет, с вами Фокса. Я начинаю свой репортаж с первого игрока. Посмотрю, что он мне сегодня тут предложит. И надо посмотреть, ага, где тут подарки, вот. Ух ты, да, вот это супер. У меня теперь разрешение на расширение есть. Это шикарно, шикарно. Так, сейчас посмотрю, что тут у меня. Так, вот у меня 5 разрешений есть. Ну все, надо собирать теперь вот колышки и купчие. Все, и я тогда смогу расшириться. Прекрасно. Так, покормлю. Ой, что-то у меня морковки мало. Да, я тут сейчас вот таки участвую в скачках. Ну, потому что скачки бинго. Ну, я участвую без фанатизма. То есть я особо не напрягаюсь. Так, я сейчас покажу, зачем они мне нужны, эти скачки. Так, это хорошо. Значит, вот смотрите, у меня есть вот тут такая вещь. Видите, достижения. Это, по-моему, самое последнее достижение, которое я не выполнила. Вот. Соберите 20 рядов. У меня 9 собрано. И шансы собрать еще 3. Ну, я вот, видите, выполняю задание. Так, я тут иду на каком месте. Вот я иду на 10 месте и сильно не переживаю. А у меня вот какие идут задания. Смотрите, если сейчас я выполню соберу в пляжном кафе, будет диагональ. Так, если напарник сделает вот этих негритусок, то тогда будет еще 2 строки. Тогда нужно чай выращивать или огурцы. Потому что тут вот есть задание на чай и на огурцы. Огурцы, конечно, быстрее выращивать. Я тут подготовила чай. Наверное, это было за 8 огурцы. А сейчас пока иду... А, вот еще события. Ну, вы знаете, просто дают больше денег, молоко я не буду продавать, но на производство надо. Это тут не нужно пшеницы вырастить. Ну, походите немножко. Сейчас мне не до этого. Так, посмотрим, что в долине. Тут тоже хорошо можно заработать и алмазы, разрешение на расширение, еще ускорители опыта. Ой-ой, как классно, вы что? Так, а что нужно сделать? А, грузовик отправить. Да, ну тут такое, что я сегодня буду рыбу разве что ловить. Так, что тут у меня? У меня вон в машине 3 животных, значит, мне нужно отвезти сюда. Так, и видите, как хитро, за 5 алмазов хотят, чтобы я ускорила. Значит, я тогда подожду немножко и зайду через полчаса сюда. Поэтому сейчас возвращаюсь из долины. Так, и мне, посмотрите, сколько у меня опыта. Это была доставка грузовиком. Я вот так вот смогла поднять свой опыт. Конечно, доставка грузовиком все у меня разорила. Короче, буду проверять. Вот смотрите, видите, тут вот аж 3 всего осталось, да? Так, и пасту надо делать. Разошлась, я понимаю, что мне еще одно пригодится для чего-то. Что тут у меня вот 2 таких надо сделать. Все, все, все. Так, нет, теперь я тут тратить не буду, так что не. А вот букет. И такой букет. Так, вот я, наверное, все-таки соберу чай. Я готовилась. И буду сажать огурцы. Потому что, ну, все равно только 3 линии даются. Потому что у меня нет смысла особо чаем тут. Сейчас возиться. Я возьму лучше приготовлю сейчас хорошие запасы чая. И видите, сколько много его нужно мне готовить. Посмотрю, что здесь. Видите, как все кругом происходилось. Да, тут да, поразбирали, машина повозила, да и посетители города у меня тоже разбирали. Так.
Вот так и надо. Не, вот тут у меня все будет полностью тогда. Аж удивительно, что с бутербродами так все хорошо, все просто. Если сходила с бутербродами, вот. Ага, нужно вот какого-то хлеба мне будет. Ну тут все хватит и без него, вот что делать. Посмотрю. Вот так вот запускаю. Ба-ба-ба. Я закончился. Тоже много чего надо делать. Ну, надо с рыбы наловить. Вот как раз мне нужно будет. Потому что на долине, чтобы вращение колеса получить, нужно будет половить рыбу. Так, косулицы запущу. Что тут у нас с моими конфетами? Так много нет. Так, таких вот надо. Так, пчелки работают. Тут, наверное, у меня ничего не будет, да? Да, ничего. И свечи вот уже я потратила. И доставка грузовиков была, то есть они меня хорошо потрусили. Так, тут мне нужен. На удивление, здесь все в порядке. Так, такой кофе надо. Горячий шоколад. Смотрю. Да, и все, и тогда с кофейным плюском все. Что здесь все, персик закончился, да, вот варенье у меня. Так вот тут уже с медом можно даже и не смотреть. Все, у меня мед закончился. Так, а здесь 10. Ну, пока вообще пока не буду, потом уже к нам появится, буду с медом делать. Вот здесь у меня вишневый надо. Видите, здесь тоже все нормально, так я спущу хлеб, потому что смотри, хлеб у меня пошел на работу. Так, вот я использовала по максимуму. Те возможности опыта, которые мне предоставились. И тортики, так, что с тортиками тоже у меня все нормально. Так, я, наверное, все-таки запущу сейчас хлопок. Я тут случайно подкупила перьев, поэтому у меня, смотрите, здесь 4, здесь 6, значит, делаю вот раз, два. А давайте я запущу все одеяла, если хватит у меня. Или лучше для подушки тогда. Нет, я еще для подушки сделаю, как раз будет на подушке хватит. Так, а здесь у меня, да, надо рыбой заниматься. Так, ну пока все запустили. Так, проверяем, да, и тут рыба нужна, видите? Да, как у меня все тут разбирали, у меня все, что только можно. Все, теперь основная цель у меня это рыбалка. Я, наверное, даже не буду еще там готовить, а капитально займусь рыбалкой. Так, ну тут у меня помощник работает, пусть работает. Так, ну вы знаете, что вот этот посетитель ждет меня пшеницу, поэтому сейчас я пшеницу запущу побольше. Так, интересно, я сегодня смогу эти 30 тысяч заработать, чтобы перейти на следующий уровень, а? Видите, 633, нужно 663, даже можно 634 практически. Так, значит, я тогда вот еще покормлю этих животных. А, я что-то кроликов забыла покормить, да? Так, ну, у меня тогда сейчас все. Я через полчаса вернусь.
за недолгое время. А с вами сегодня прощаюсь.